Восстановить порядок в стране и разобраться в причинах произошедшего поручил Эммануэль Макрон МВД Франции и Минюсту. В воскресенье президент провел заседание оперативного штаба с министрами, а во вторник встретится с мэрами пострадавших коммун. К спокойствию ранее призвала и бабушка убитого полицейским подростка, после смерти которого начались беспорядки. Судя по всему, призыв был услышан. Шестая ночь волнений прошла гораздо спокойнее предыдущей. Задержаны 157 человек. В ночь на воскресенье их было больше 700. Всеобщее возмущение вызвало нападение на дом мэра небольшого парижского пригорода. Пострадали жена и ребенок чиновника. Беспорядки во Франции вызвали тревогу за рубежом. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность ситуацией на следующий день после того, как Макрон отложил визит в ФРГ из-за начавшихся в стране поджогов и погромов. Ein Paar, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass die Europäische Union gut funktioniert, die für unsere gemeinsame Zukunft so wichtig ist. Und deshalb gucken wir natürlich besorgt hin. Und ich hoffe sehr und bin auch sicher überzeugt, dass der französische Präsident Wege finden wird, dafür zu sorgen, dass diese Situation sich schnell wieder bessert. В минувшую ночь общественный порядок в стране охраняли 45 тысяч жандармов и полицейских. Сообщается о нескольких небольших инцидентах и стычках с правоохранителями. Также стало известно о том, что во время тушения подожженного злоумышленниками автомобиля погиб 24-летний пожарный.